72-му році передачу КВН заборонили. Відродилась вона лише через 15 років. В цей період на пострадянському просторі в КВН грали лише в декількох містах. Зокрема, у Вінниці. Як це відбувалося, нашим журналістам розповіла Євгенія Амосова. Жінка була організатором і ведучою КВН у Вінниці більше 20 років. Місцеві КВНщики називають її мамою вінницького КВН. Як грали в КВН в 70-х роках, знає Вадим Потатуєв. Коли на радянському телебаченні заборонили показувати КВН, на цій сцені гра продовжувалась. За неділю до первоапрельського праздника Одеського його запретили. Це от ми теж вже знали. Ну як-то ми вже втягнулись в цю гру. А як же? Ну ми розуміємо, що тепер як би в тому виді КВН проводити, в якому був, то такі, значить, КВНщики, вони не тільки остроумні, вони такі зворотливі товариші. Придумали в юморину. А юморин 1 апреля, ребята, это международный день дураков, день смеха. А кто нам запретит в день смеха смеяться? Через 2 года мы решили, а чего мы будем делать встречи? Для того, чтобы потом лучшие команды участвовали 1 апреля в юморине. То есть мы как бы не КВН, а просто отборочные встречи в честь 1 апреля. Вхід на гру був по таким пропускам. Там написано, настоящий досвежий, что вы не кто-нибудь, а действительно участник юморины. Вам должно быть 20 марта 18 часов в заказаре, и кошка не ходи. Правила поведения. Войдите в зал, займите только, причем 16 место в таком ряду, убедитесь в наличии кресла, стула, садитесь. Спасибо. Вы молодцы или молодица. Я помню, как случай, когда, значит, встречалась команда политеха с какой-то командой. Но почему я запомнила за политеха? Потому что у политеха тогда были какие-то технические средства. Им дали, например, 10 пригласительных. Они на этих технических откатали себе 100 и прошли. То есть, а те, которые не это, то они через чердак, через окна лезли. То есть, это было паломничество. Если без пригласительных, то вообще разнесли все. Поэтому пригласительные были не так для того, чтобы кого-то выделить, а для того, чтобы оградить себя от внезапного падения стен, окон, потолка и так далее. В Радянському Союзі гру КВН відновили у 1986 році на початку перебудови. Вадим Потатуєв, Олег Пінцев, телеканал «Віта».